Нападающий ВВВ Венуа Ленарти будет отсутствовать на этой неделе, на тренировках своей команды и не сыграет с ПСВ в ближайшую субботу по необычной причине. 7 лет назад Ти, игравший тогда за «Вердер», сдал кровь для людей, болеющих лейкемией, раком крови. Недавно его образец ДНК совпал с пациентом, болеющим этим заболеванием, и футболист согласился на донат крови, чтобы сделать трансплантацию стволовых клеток возможной. Клуб согласился на просьбу Ленарта сотрудничать с этой специальной программой. Шанс на полное совпадение ДНК очень мало, поэтому ситуация настолько особенная. Ленарт будет отсутствовать в течение всей недели и вернется к тренировкам после выходных, говорится в заявлении на сайте клуба. Ленарти перешел в голландский клуб из Санкт-Паули, на его счету 7 мячей в 27 матчах чемпионата Голландии сезона 2017-18, больше футбольных видео на нашем канале в YouTube.